Мясников требует обязательную вакцинацию. Время уговоров закончилось. Александр Мясников, врач и телеведущий, обратился в своем телеграм-канале к противникам вакцинации с заявлением. В достаточно резкой форме медик высказался по поводу антипрививочников, обвинив их в частности в том, что они опасны для общества. Пьяному за рулем нельзя, опасно для окружающих. Да, нельзя. Но ведь и невакцинированный из группы риска тоже опасен для окружающих. Именно в нем, в таких вот тяжелоболеющих, зарождаются новые штаммы коронавируса. Перекидывается на больницы других пациентов, и потом растет смертность. Снижается эффективность вакцин. Я считаю, что время уговоров закончилось. И еще. Все, кто против вакцин, можете предложить что-то другое, но хоть наполовину такое же по эффективности. Ну так и закройте рот.